«Батюшка, помогите! Стали часто сниться кошмары, в ужасе просыпаюсь и читаю Иисусову молитву. Становится легче. В тонком сне, перед тем, как пойти на причастие, видела нечто. Меня душили, чтобы я не пошла. Что со мной происходит?» Я думаю, что вот это вот то, что снятся кошмары, и то, что тонкий сон и нечто, что вас душило, что вы не пошли на причастие, это некий, ну, с моей точки зрения, необходимый этап духовной жизни. Вот. Потому что в начале, когда мы приходим к Богу, все легко, все радостно, все, вот возвращение блудного сына, пир. А потом начинается подвиг, труд и борьба с нападениями, с кошмарами. Если мы посмотрим на житие святых, мы увидим, что там, ну, Серафиму Саровскому там внесли огромное бесы, бревно закинули в келью, удар такой, сломали двери, закинули бревно. А потом 8 мужиков с трудом его вынесли, такое вот огромное. Вот, те же бесы нападали, били и Антония Великого, и прочих святых. Вот, это тебе не кошмары во сне, это наяву прям бесы нападали ночью в эту одинокую келью в пустыне, где жили святые. Вот, что с ними происходило? Ну, искушения такие, они восходили к Богу, и чем была сильнее их молитва, тем сильнее нападали бесы. Чем сильнее нападали бесы, тем сильнее была их молитва. То есть это как происходит, наверное, очень похожее нечто у нас на военной операции, специальной военной операции, когда молодых ребят призывают, их сразу не бросают в бой, а где-то держат в резерве и учат. И пристреливают, они там потихоньку начинают учатся бегать, прыгать, прятаться, стрелять, то есть их тренируют перед тем, как выпустить в бой. И потихоньку их туда, по мере того, видя, насколько они уже владели навыками, умеют стрелять, умеют прятаться, насколько это они обрели физическую форму, потихоньку ближе к передовой двигают. Ну так в идеале, да, так должно быть, так бывает. Вот точно так же и в духовной жизни. Господь нас учит отстреливаться от бесов молитвой, потихоньку не впускает в настоящую войну. Как только ты становишься сильнее, все больше борешься, все лучше стреляешь. То есть молитва-то все точнее и точнее, все ближе и ближе к сердцу, все пламеннее становится, все смирение, все внимательнее. Чем больше ты терпишь удары от, сперва от людей, вот, которые тебя оскорбляют, ты терпишь и прощаешь, потом внутренние нападения, потом и внешние от бесов ты можешь терпеть. То есть ты ближе подвигаешься к передовой духовной жизни. Поэтому то, что с вами происходит, это просто продвижение к передовой. Одно из искушений, которое вы должны претерпеть, все правильно вы делаете, просыпаетесь, читаете Иисуса молитву, искушение отпускает. Бес напал, подушил, но это свидетельство вообще от Бога о том, что вот духовная жизнь, она есть. И бесы есть, и ад есть, пожалуйста, Бог показал, это от Бога. И это вас возгревает в вас молитву, то есть понуждает сильнее молиться, ревностнее относиться, серьезнее относиться к духовной жизни. Если иногда мы молимся, ну так, ну помолились, ну не помолились, ну там все беспечно, жим, развлечено. А вот когда тебя бесы душат по ночам, ты уже понимаешь, все серьезно. Они же тебя могут вечно душить. Не только один раз там ночью, раз в месяц, раз в год и раз в жизни. А они могут тебя потом схватить после смерти тела и душить постоянно, в вечности. Вот, и ты начинаешь молиться более ревностно. Поэтому все нормально. Читайте внимательнее молитвы. То есть пусть ваши выстрелы духовно будут точнее. Читайте внимательнее утренние и вечерние молитвы. Засыпайте с Иисусовой молитвой. И просыпаясь, тоже читайте Иисусову молитву. Все время с Иисусовой молитвой. И Бог вам это попускает, потому что знает, что вы уже не так будете бояться. Раньше вам этого нельзя было попустить. Вы просто от ужаса бы там себя бы долго не могли бы прийти. А сейчас вы становитесь сильнее, и Господь вам попускает. Ничего страшного. Надо помнить тропари к печерским святым, там такие потрясающие слова: «И сокрушиша демонов немощные дерзости». У демонов немощные дерзости, слабые. И чем мы сильнее становимся, чем точнее стреляем, тем меньше мы этого боимся, нападений бесовских, даже ночных страхований. Помоги, Господи, все будет хорошо. Мы победим с Божьей помощью.
Здравствуйте, батюшка. Вы часто в проповеди говорите, что люди мало каются в гордыне. Я, например, не могу понять, как каяться в гордыне. Замечаю в себе тщеславие, превозношение. Это и есть гордыня или еще что-то? Я каюсь, что обижаюсь. И я не могу попросить прощения первое. Я знаю, что это проявление гордыни. Как правильно говорить на исповеди? Еще один вопрос. Господь сказал, что многие поищут пойти узким путем и не возмогут. И я, когда впадаю в какие-то грехи, эти слова применяю к себе, и меня хватает уныние. Что делать? Спаси Господи. Гордыня, ну, этот грех, который является самым страшным, самым тяжелым. Самым тяжелым в том числе потому, что он трудно различим в человеке. Вот. Об этом можно много говорить, что такое гордыня вот в чистом виде. Давайте пойдем от того, что и какие есть последствия или признаки гордыни. Вообще все грехи, абсолютно все, это последствия гордыни. Самые яркие последствия гордыни, те ближайшие страсти, которые от гордыни произрастают, это действительно тщеславие, когда человек любит хвастаться, любит, когда его хвалят. Вот. И обидчивость, самолюбие, это тоже вот ближайшие такие, так сказать, сыновья и дети, дочери гордыни. Обидчивость, тщеславие, признаки гордыни. Ну и все остальные тоже, в том числе грехи. Гордыня в чистом виде – это превозношение, это уподабливание в своих мыслях, не уподабливание, а такое возведение своей собственной личности в идол некий. То есть идол, который всегда прав, отсюда идут суетные страхи, что «а что люди про меня скажут?» То есть идола можно только хвалить. Меня самого, я центр мира, тут эгоизм, себялюбие, я центр мира, все должны делать только все для меня, меня должны, моего идола, то есть меня, мою личность, только хвалить. Вот, я всегда прав. Что ни скажи, на все у меня есть свои возражения. Вот тоже признаки гордыни. Когда, если с вами разговаривают, что-то говорят, а вы говорите, да нет, это по-другому, это да вот так. Желание поучать людей, желание властвовать, начальствовать. Вот это такие признаки гордыни. И многие-многие другие. Вот. Если все это есть, то надо... Все это собирается в гордыню, в ощущение, вот такой вот страх, что идола вот это будут ругать, что меня плохо скажут, обидчивость за этого идола, вот на него сказали что-то плохое, вот этого идола меня, то есть не похвалили или не сделали что-то доброе и так далее, и так далее, и так далее. Многое другое. Вот. И от гордыни люди начинают заниматься сребролюбием, собирательством материальных благ или должностей, или наград, тщеславие, ищут похвалы, ищут блуда. Чем больше блудишь, тем больше гордыня, дескать, вот я какой хороший, красивый, интересный для противоположного пола и многое-многое другое. Вот, порождает, опять же, когда человек в гордыне находится, он не может прийти к Богу, даже если он в церкви находится. Ведь самые опасные люди духовно – это фарисеи, те, которые много молятся, но себя ставят на первое место, выше Бога и так далее. Вопрос, что многие поищут пойти узким путем и не возмогут. Я когда впадаю в какие-то грехи, то эти слова применяю к себе, меня охватывает уныние, что делать. Это не тот, вы неправильно применяете эту заповедь Божию. Поищут и узким путем войти и не возмогут. Это значит, что люди захотят идти путем трудным ко Христу, путем аскетическим, то есть путем духовных подвигов. Ведь когда человек приходит к Богу, очень многие, большинство людей стараются читать много акафиста, очень жесткие посты совершают, какие-то подвиги духовные, но это длится очень недолго. Потом они падают и забрасывают чуть ли не окончательно все свои вот эти подвиги. Вот это и есть, что человек ищет аскетического подвига, а не может пойти узким путем и идет более широким путем. То есть многие бросаются в монашество там сразу в какое-то, а придя в монастырь на послушание сразу в какие-то лютые подвиги, в какое-то затворничество, еще что-то, сразу умно-сердечную Иисусу молитву пытаются овладеть и так далее.
Вот. Но кто-то может, а большинство нет. Поэтому ничего страшного, что если вы не можете идти узким путем, впадаете в грехи. Какие-то это нормально, в грехи впадают все. Вот в них надо исповедоваться, а унынию не поддаваться. Уныние – это сам по себе тяжелый смертный грех, один из семи тяжелейших страстей. Помоги вам, Господи. Времени надо исповедоваться у одного батюшки, чтобы попросить его стать своим духовником. Вообще, вот тот смысл или те смыслы, которые вкладывают вот это словосочетание «люди», «мой духовник», они разнообразны, но приблизительно их можно как-то собрать в один мешочек, понять, что под этим подразумевают люди. Вообще, духовником в Русской Православной Церкви, в Украинской Православной Церкви является каждый священник. Вот. То есть каждый человек, который исповедует кого-то, он есть духовник. В других церквях, там, в Иерусалимской, греческой или сербской, не так. Там духовник – это один особый священник, избираемый из многих, и только он один имеет какой-то очень духовно опытный, и только он один имеет право быть духовником. То есть духовник – это особое звание, которое не присуще каждому священнику, только кому-то избранному. И только ему можно исповедоваться. В нашей церкви все духовники. И священник, которому ты исповедуешься, он уже твой духовник. То есть он совершает духовную работу, прощает ваши грехи. Поэтому, собственно говоря, если мы возьмем, посмотрим на смысл вашего вопроса, то он, священник, который исповедуется, ваш духовник. Видимо, вы хотите спросить, духовный отец, через сколько времени я буду исповедоваться и попросить, можно, чтобы стал человек духовным отцом. Это, собственно говоря, не зависит не от количества исповеди, сколько раз ты исповедовался у этого священника. Это, мне кажется, зависит от другого. Это духовный отец, это человек, который часть своей жизни будет тратить на тебя. Вот как, допустим, представьте, в семье отец, и у него дети, и он часть своей жизни тратит на детей. Он там, где бы мог отдыхать или там заниматься своими делами, или еще чем-то работать, он садится, занимается с детьми, он их воспитывает, он там чему-то учит, он там еще что-то делает. Вот. Он потом уходит на работу, работает, и те деньги, которые он заработал, он тратит на своих детей. То есть он работает для того, чтобы дети были накормлены, дети были одеты, потому что это его дети, это его родные люди. Вот точно так же в духовной жизни человек становится твоим духовным отцом, когда он готов часть своей жизни тратить на ваше воспитание, вот садиться, все отложив, там, допустим, свою семью, своих детей, если у него есть, если это не монах, отложить там свою работу, отдых, все что угодно, и сидеть, тратить на тебя время, не тратить, ну, использовать, общаться, тебя воспитывать, что-то разъяснять, и так делать постоянно, да, то есть в любой момент, если у там священника, например, или у человека, у отца есть родные дети, ребенок знает, сын или дочь, я папе позвоню, и в любое время он снимет трубку, а если я не дозвонюсь, он будет перезванивать, он будет переживать, он будет узнавать про меня, и в любое время я могу позвонить, обратиться за помощью, и он мне поможет, это мой родной человек, он даже не сомневается в том, что отец так сделает. Вот точно так же быть духовным чадом, иметь духовного отца, это значит понимать, что этот человек так тебя любит, что ты можешь обратиться в любое время к нему. И он все отложив, все бросив, болен, не болен, здрав ли, или еще что-то, какие-то, он будет заниматься тобой. Потому что он тебя любит, ты его духовное чадо. Вот когда будет такой уровень взаимоотношений со священником, то тогда можно просить, наверное, его духовно, понимать, что он тебя любит так, и ты его любишь так, и вы где-то рядом стали очень близкими, родными людьми, так, что он будет тратить часть своей жизни, из всех прихожан тебя избрав. То есть это быть духовным чадом кого-то, священник, это значит, вот у священника 200 человек стоит на службе, и из них, из 200, там, ну, не знаю, сколько у него духовный чад, но, скажем, 180 людей не могут постоянно к нему обращаться, и он не будет постоянно с ними заниматься, потому что у него физически нет такой возможности.
воспитывать 180 людей индивидуально. Вот, поэтому надо понимать, что ты должен быть в таких отношениях с этим человеком, что все остальные 180 людей, сколько бы лет они ни ходили в храм, они не имеют таких отношений с этим священником, не являются духовными чадами. Хотя, с другой стороны, все это тоже очень приблизительно. Человек может ходить в храм и считать себя духовным чадом, который внимательно слушает, исполняет наставления, исполняет послушание священника. В книге «Не святые святые» митрополита Тихона Шевкунова есть блестящий пример, когда владыка встретил своего духовного чада и поисповедовал перед смертью, которого никогда в жизни вообще не видел. Владыка, епископ Василий Родзянко, он вел передачи там на радио религиозные в советское время, а этот человек в России, в Советском Союзе, его слушал всегда эти передачи, назидался, получал духовный пример и считал его своим духовным отцом. И вот так Господь управил, что когда через много лет где-то на какой-то просолочной дороге в глубине России этот человек умирал, и тут проезжал владыка Василий. Так получилось. И он его поисповедовал, принял его последний вздох. Исповедь. Такое чудесное событие. Вот. То есть понятие «духовный отец» — это ну, оно очень такое... Это субъективное, оно зависит от своего самого понятия человека. Но именно просить быть духовным отцом, это понимая, надо понимать, что ты можешь считать человека духовным отцом, а просить быть духовным отцом, то есть это просить взять на его на себя обязанности. Обязанности в любое время дня и ночи заниматься тобой индивидуально, оставив всех остальных, как занимается своими детьми. Детей вокруг сотни, тысячи. Десятки тысяч, но у тебя есть свои родные, 3-5, ты всех оставляешь и занимаешься родными. Вот что значит быть духовным отцом. С моей точки зрения. Поэтому с этим спешить не надо. Вот. Можно считать человека духовным отцом, просить быть духовным отцом. Ну, надо много-много раз подумать. Это сокровенное такое. Помоги, Господи. У меня такой вопрос. Вы задаете вопрос, обновленная земля и Царствие Божие – это одно и то же? Да, это одно и то же, но Царствие, обновленная земля – это часть Царствия Божия. Потому что, ну, что такое обновленная земля? Это, видимо, из Апокалипсиса, где Иоанн Богослов говорит, что будет новое небо и новая земля. То есть некий новый мир, он говорит о том, что новая вселенная. То есть мир, будущий мир, в котором будут жить люди, спасшиеся, достигшие Царства Небесного, он будет другим, не таким физическим миром, как сейчас. Не будет вот этих созвездий, вот этой вот системы звездной, системы планет, да, а будет нечто другое, совершенно другое, да, устройство мира. Вот. И это будет часть Царствия Небесного. Но только часть его, потому что Царствие Небесное, в принципе, это и сегодняшняя наша жизнь, это тоже Царствие Небесное. Потому что разве Господь не царь царей, разве он не царствует над миром, разве он не владеет этим миром? Да, мы же называем Бога Вседержителем, это значит, что он всем управляет, всем владеет. Раз он всем управляет здесь на земле и во всей вселенной, то он царь. И это есть Царствие Небесное. И в этом Царстве Небесном есть люди, которые служат в этом Царстве Небесном, царю, да, ну, как говорится, на такой государственной службе находятся, если брать пример царства какого-то, да, то есть люди, которые служат Богу, священники, монахи, епископы, верующие, а есть люди, которые бунтуют против этого царствия, они живут не в непослушании, как в любом царстве. Кто-то ворует потихоньку, кто-то занимается убийствами, разбоем, и их преследует закон, их ищут. То есть тот, кто совершает преступления, тот, кто не платит налоги, тот, кто занимается убийствами, грабежом, мошенничеством, шантажом, вымогательством, то есть совершает нарушение законов, за этим человеком идет охота органов правоохранительных. Этот человек живет в страхе, он вздрагивает все время. Каждый стук в дверь, ему кажется, что за ним пришли, сейчас оденут наручники и посадят в тюрьму. Вот те люди, которые живут не по воле Божией, не служат Богу, а самое, как это проверить, живу ли я по воле Божией?
Если ты православный христианин и ходишь в воскресенье в храм, ты не живешь по воле Божией. Если ты не исповедуешься, не причащаешься, как Господь заповедует, это воля Божия исповедоваться и причащаться раз хотя бы в 3 недели или 2, ты не живешь по воле Божией. Если ты не читаешь утренние чтения молитвы православный христианин, ты не живешь по воле Божией. И уже не говоря обо всем остальном. Такие люди живут в страхе. Очень часто мы можем увидеть людей, которые там что-то щелкнули, молнулись, они вздрагивают, подпрыгивают. Вроде обычная женщина такая интеллигентная, там кур не воровала, как говорится, а вздрагивает, потому что она живет, нарушая законы Царствия Божия. Она понимает, что за ней идут правоохранительные органы, часы тикают. Поэтому она в нервном напряжении, она в страхе грядущих бедствий. Она понимает, или он, человек, который живет по воле Божьей, понимает, что вот сейчас можно заболеть, вот сейчас можно сломать ногу, вот сейчас можно разбить машину, вот сейчас что-то с детьми может произойти, что угодно. То есть наказание неотвратимо движется за этим человеком, который не ходит в храм по воскресеньям, который не причащается, он неотвратимо. Человек в страхе, он боится этого наказания. Тот, кто живет по воле Божией в этом Царстве Небесном, здесь, на земле, он наказания не боится. Он понимает, что если Господь пошлет какую-то скорбь только для его исправления, ему будет только лучше от этой скорби. И он не вздрагивает, когда что-то щелкает, там, нервничает, не переживает, не боится грядущих бедствий. Наоборот. Он понимает, что впереди только радостное и светлое. Да, будет скорбно, да, будет трудно, да, будет искушение, да, будет горечь греха, но все будет это преодолеваться милостью Божией. Будем молиться, будем исповедаться, будем причащаться, и все, эта грязь будет уходить. Впереди только свет, мы идем к свету. Те, которые в церкви живут. Знамения идут, правоохранительные органы, ангелы с карающим мечом, чтобы попустить нам болезнь, чтобы наказать, лишить какого-то имущества и прочее. Нет. Идут бесы, пытаются дерзить нам, пытаются мучить нас, пытаются нас искушать. Иногда делают больно, иногда роняют нас в грязь, но мы встаем и дальше идем к свету. Мы служим Богу. Вот. Поэтому вот два таких состояния людей, которые живут на земле. Страха из-за того, что они преступники в Царстве Божьем, и радости, и света, потому что служат Богу. Та же Царство Небесное, третья его составляющая или часть, оно находится внутри нас. Об этом говорит Господь в Евангелии. Царствие Божие внутри вас есть. То есть внутри нас есть и власть над этим миром, и над собой, и над бесами, и любовь есть, и радость есть, и счастье есть, и служение Богу, и мир, и спасение, много-много чего есть там внутри нас. Поэтому это как бы новая земля, но небо и Царство Небесное одно и то же, но и не одно и то же, потому что Царство Небесное – это гораздо более всеобъемлющее понятие. Помоги, Господи. Да, вопрос о том, что чем отличаются смертные грехи от несмертных грехов. Особой опасностью для души. Есть там 7 наиболее смертных грехов или страстей, которые, даже есть такой грех, который называется смерть души. Но, собственно, душа, она не умрет никогда, она бессмертна. Но, тем не менее, некое такое состояние, когда душа становится бесчувственной, сердце окаменевшим, равнодушным и не мучается от грехов уже. Да, не страдает, не болеет. Это некие признаки вот этого вот греха, который называется смерть души. То есть смертные грехи – это грехи, которые, не поисповедовавшись в них и не перестав их совершать, душа обретает некое подобие смерти. Да? В чем, что значит подобие смерти для души? Вот есть люди, которые не испытывают потребности в исповеди. Вот вообще не испытывают. Никакой, абсолютно. И таких людей, к сожалению, большинство православных христиан. Вот есть храм, он открытый, вот есть священник, который исповедует абсолютно бесплатно, никаких денег не надо, просто надо прийти и снять грехи с души. Вот. Священники везде проповедуют, уже в соцсетях, и по центральным каналам телевидения, и целые каналы есть, созданные церковью, где рассказывают про исповедь, про то, что это необходимо, что будет наказание Божие за эти грехи, что в ад может душа попасть. Но человеку абсолютно это не нужно, ну совершенно.
Вот ему в миллион раз нужнее сходить в магазин, там, выпить рюмочку с подругами, там, посидеть на телефоне с кем-то, пообщаться, что угодно, но исповедь ну, абсолютно не нужна. И при этом человек, понятно, что он в храм не ходит, он же не живет там великой жизнью, великой святостью. Он абсолютно спокойно там и нецензурно ругается, и прелюбодействует, и курит, и пьянствует, и наркоманит, и ворует, и лжет, и лжесвидетельствует, и осуждает. И что только не делает человек, что угодно, любые грехи. Но это его не мучает абсолютно. А грехи – это болезни, грехи – это боль, грехи – это раны для души. Но он ничего не чувствует абсолютно. Ну, и даже не помнит и не сознает своих грехов. Если спросишь у него, есть ли у тебя грехи, он скажет, да нету, какие грехи? Ну, я же не убил, не зарезал. А если убил, зарезал, ну, они сами виноваты. Даже убийцы многие, которые режут людей, убивают, они не исповедуются в грехах своих до тех пор, пока не получат, например, пожизненное заключение. Тогда начнут каяться, потому что им плохо. А так живут себе. Вот, то есть большинство людей живут, совершают все всевозможные грехи любые, но в этом не каются никогда. Вот это и есть смерть души. Вот это и есть то, что они совершили смертные грехи, которые убили душу настолько, что она стала бесчувственной, мертвой. Вот как мертвеца. Лежит холодный труп, ты его режешь, ты его щипаешь, выли на нее кислоту, разрежь ему трупу, делает трепанацию, разрезает череп и смотрит патологоанатом, что у него там в мозге, что случилось с мозгом, чтобы определить причину смерти. Что хочет, пинай, кусай, режь, отрезай пальцы. Труп все равно, он бесчувственный, он мертвый. Там все уже мертвое тело. Точно так же и душа, которая совершила смертные грехи, тяжелые грехи, убийства, прелюбодеяния, рукоблудие, там, гордыню, уныние, вот, еще какие-то грехи там смертные, она абсолютно бесчувственна, ей не нужна исповедь. А есть души другие, которые исповедуются, причащаются, даже если совершат смертный грех, но им настолько плохо. Вот мы сегодня отвечали на вопросы, человек говорит, ну мне так плохо, так душа болит. Вот, который просто, ну там душа живая, эта душа бежит на исповедь, батюшка, простите, помолитесь, исповедуется. Священник читает молитву, и грех снимается, человек выздоравливает, исцеливает. Там душа живая. Ну, вот. Поэтому вот разница смертных грехов от несмертных грехов, отличие в том, что смертные грехи гораздо быстрее убивают душу, если в них не раскаяться. Гораздо сильнее ее порабощают, гораздо тяжелее, совершив эти грехи, спасти свою душу от этой смерти души, от бесчувственности, от серости, от того, что она стоит холодным трупом, твоя душа гниющим, разлагающимся. И церковь называет нам, какие это есть грехи основные. Я перечислил основные страсти, которые являются смертными грехами. Помоги нам, Господи. Вы задаете вопрос о том, что когда я нахожусь в церкви, чувство умиротворения и спокойствия на душе, но после каждого посещения церкви происходит какая-нибудь неприятность, или чем-нибудь заболею, или возникнет какая-нибудь проблема обязательно. И это не совпадение, а уже закономерность, как я заметил. То есть за душевное спокойствие, которое испытываю в церкви, следует расплата. Сейчас уже опасаюсь в церковь заходить, поскольку после посещения у меня обязательно возникнут проблемы. Может быть причина такого явления? Ну, я хочу сказать вам о том, что Бог хочет нам спасения, а дьявол хочет погибели. И спасение нам, конечно, дается через церковь, через исповедь, через причастие, молитву, божественную литургию. Если человек ходит в храм, он спасается в большинстве случаев. Если он кается в гордыне, не превращается в фарисея горделивого, он спасается. Если он не ходит в церковь, он погибает. Это совершенно точно. Не ходить в церковь – это погибать. Потому что как в миру спасаться? Каким образом от грехов? В миру только человек тонет в грехах. И Бог человека влечет в церковь, а сатана пытается не допустить человека в церковь. И он, сатана, не зная мысли человека знает только Бог. Сатана не знает. Он пытается проверить его на те или иные искушения, с помощью которых он отвлечет человека от церкви. Вот очень многие люди говорят, когда спрашивают, ну, разное говорят, что там
не хожу в церковь, там кто-то виноват, священник или еще кто-то. Ну, это люди невоспитанные, там, которые говорят, что машина там у него не такая. Это люди завистливые. А есть люди, которые более-менее, ну, образованные или воспитанные, они говорят, ну вот у меня не хватает времени. Так-то я, конечно, за Бога, за церковь, все, но мне времени не хватает, говорят они. Вот много проблем очень, вот у меня проблемы закончатся, я приду в церковь, там вот внучка вырастет, там дочка вырастет, потом внучка. Эти люди никогда не придут в церковь, потому что они сами вслух озвучивают то, что сатана не узнал бы. Ему надо было время какое-то, чтобы проверить, что, о чем же человек думает. А тот человек сам озвучит. Если у меня проблема, я в церковь не хожу. И сатана, соответственно, накидывает проблемы. Ах, ты из-за проблем не ходишь в церковь. За то, что у тебя много вопросов, времени не хватает. У тебя вообще не будет не хватать времени. У тебя будет столько проблем, что ты никогда в церковь не придешь. Понимаете? Проблемы меньше в разы у тех людей, которые ходят в церковь. Говорят, какие бы ни были проблемы, я в церковь пойду. И сатана говорит... Но нет смысла ему организовывать проблемы, стараться, тратить усилия. Он все равно ходит в церковь. Это что-то другое. И ваш пример – это что-то другое, что после посещения церкви наступает расплата. Ага, сатана увидел. Человек боится расплаты, какие-то скорби, какие-то... Начинает бояться ходить в церковь. Я достигаю своей цели, говорит сатана. Значит, если я организую какое-то искушение или какой-то скорбь после посещения храма, он ходить не будет, храм будет бояться, все, я буду организовать скорби этому человеку, чтобы он не ходил в церковь. И у каждого так индивидуально. То, на чем мы горим, как говорится, то, чего мы боимся, то, чего мы не хотим, то и начинает происходить усиленно, если это препятствует нашему хождению в церковь. Плюс к этому, что мы в церкви ходим не за спокойствием только. Спокойствие – это побочный продукт нашей духовной жизни. А мы ходим служить Богу, исполнять Его святую волю, служить любви, ради любви. Ради любви к Богу, ради любви Бога к нам, ради спасения души. А спокойствие – это уже так один из там, каких-то плодов, не первой важности. Вот, поэтому служение Богу всегда сопряжено с какими-то испытаниями и наказаниями. Служащие Богу люди подвергаются нападкам. Серафима Саровского били мужики и искалечили, хотя это был великий Божий угодник. И есть великий Божий угодник. Точно так же и Сергий Радонежский был вынужден уйти из своего монастыря, который он основал, чтобы не иметь скорби с братом. И ссор. И на Антония Великого нападали бесы, Ксению Петербургскую поносили и смеялись над ней, кидали палками у нее мальчишки. Многое-многое другое. Амвросий Оптинский тяжело-тяжело болел всю свою жизнь. Фактически он прикован к постели и несколько раз в день ему одежду меняли. Вот так исходил он потом, но принимал при этом людей. Вот, поэтому ходить Богу – это не только плюшки получать и пряники, а это еще и скорбь терпеть. Это обязательно. Вот. Чем больше мы молимся, чем больше ходатайств, тем не больше покоя мы обретаем, а больше благодати Божией и больше искушений, больше испытаний. Поэтому надо перестать бояться последствий, они будут обязательно. За веру в Бога и в тюрьму могут посадить, и убить даже могут за веру в Бога. Это всю историю происходит в церкви. Надо этого бояться. Надо все равно идти в церковь, и тогда и не бояться последствий. И да, последствий будет гораздо меньше. Бес увидит, что вы последствий не боитесь похода в церковь. И он не будет их организовывать, потому что бес тоже умное существо. Он не будет понапрасну стараться там, где это бесплодно. Поэтому пусть будут усилия бесов по организованию вам неприятностей после похода в церковь бесплодными. И он перестанет этим заниматься. Помоги вам, Господи.